Budun öz kəndimiz, bax budun. Qaçanlar bizi atın elə. Qaçanları budur, ey bu. Ha, şəni. Ela! Qəşək! Qəşək! Ela! По мнению грузинского эксперта, победа Азербайджана была достигнута благодаря нескольким важным факторам. Как передает Азиас, эксперт в сфере безопасности фонда имени генерала Джона Шеликашвили, директор Грузино-Кавказского института стратегических исследований Тимурас Туманишвили в интервью «Калиберас» назвал предпосылки для победы азербайджанской армии во Второй Карабахской войне. Здесь несколько важных факторов. Особая мотивация личного состава, техническая оснащенность азербайджанской армии, рационально использованные ресурсы страны для переоснащения и подготовки всех вооруженных сил, включая личный состав после 90-х годов. Использование передовых технологий в союзе с Турцией и Израилем. Политико-дипломатический курс руководства и официальных лиц Азербайджана, целенаправленно проводимый многие годы. И результат налицо. Столкнулись две совершенно разные армии. Одна – западного, натовского образца. И армия образца постсоветского. Карабах! Азербайджан! Карабах! Азербайджан! Алай гедерик! Зенджилар! Aferin! Azerbaycan güçlü devlettir ve Azerbaycan'ın güçlü ordusu var. Yaşasın!